Всем привет! С вами Дмитрий Урсул, и это новый выпуск Quick News, который будет, конечно же, совершенно нестандартным, как мы привыкли, ну, потому что сейчас все нестандартно. Не буду вдаваться ни в какие политические суждения и так далее, потому что я музыкант, вообще не политик. Но так или иначе, нас это тоже коснулось, и вас это коснулось. Я уверен, что за последнее время вы заметили много чего, что у нас, скажем так, поубавилось в жизни. Но так как у меня нас сегодня разговор идет о музыке и о музыкальных технологиях, то, разумеется, я вкратце расскажу, что происходит у нас, о чем сейчас все волнуются, переживают. Первое, это, конечно же, что уходят сервисы, пока временно, но уходят. Кто-то говорит, что это связано с оплатами, то есть, что нету карт Visa и MasterCard больше в России. Union Pay пока что у нас не заработал. И в связи с этим, конечно же, очень много проблем, потому что есть у вас подписки всякие ежемесячные, в том числе на плагины, об этом я еще чуть позже скажу, то, конечно же, мы просто в безвыходной ситуации, потому что ни PayPal, ни платежные системы, ни банки ничего пока нам помочь не могут. Поэтому, к сожалению, те, кто завязаны на ежемесячных подписках, к сожалению, пока их придется поставить на стоп. То же самое касается и Spotify, тоже стоп. То же самое касается всяких других стриминговых сервисов. Apple Music пока держится, потому что его можно оплатить с помощью мобильного телефона. Оплата проходит, то есть все сервисы iCloud, Apple можно еще оплачивать с помощью мобильного оператора. Но, во всяком случае, МТС, которым я пользуюсь, позволяет это делать. И многие сейчас пока что этим пользуются. Но я лично жду, конечно, выпуска карты Union Pay, чтобы быстренько заменить ею Visa и MasterCard. И, собственно, касаемо оплаты плагинов, та же самая история. Пока что ближайшая надежда у нас — это Union Pay, который нас в этом плане спасет. Но благо у меня все подписки, которые есть, а это только плагин Альянс Mix & Master Bundle и, конечно же, подписка на Slay Digital, у меня оплачены вплоть до ноября. И пока я думаю, что до этого времени уже либо все поменяется кардинально, либо все восстановится, либо будет что-то еще. Ну, как минимум, Union Pay, конечно же, уже появится у нас в доступе и будем ими пользоваться. Следующий вопрос, такой самый актуальный, это, конечно же, блокировки наших любимых сайтов, сервисов, таких как Instagram, YouTube. По понятным причинам и так далее. Все это сейчас будет происходить, может быть временно, может быть не временно, все что угодно может быть. И в связи с этим, конечно же, три буквы, которые вы все знаете, это VPN. Опять же, забегая вперед, продолжая тематику нашего канала Logic Pro Help, с YouTube мы никуда уходить не будем. Да, у нас есть Telegram-чат, напоминаю, у нас есть Telegram-чат, он работал довольно давно, еще до вот этой повальной моды на Telegram. Каналы, правда, это не канал, а именно чат, где мы постоянно на связи, где мы постоянно обмениваемся новостями и будем продолжать, естественно, это делать сейчас, наверное, с удвоенной, с утроенной силой. Инстаграм у нас также остается, те, кто будут продолжать его использовать с помощью VPN, тоже welcome. Но, конечно же, основной у нас сейчас будет именно для общения, это наш Telegram-чат. Так что, если вы еще не там, обязательно переходите по ссылке в описании, там все будет. И в довесок я решил запустить свой уже телеграм-канал, который называется Ursul Mix, в котором я буду выкладывать всякие свои заметки, идеи, какие-то свои музыкальные зарисовки из своего опыта по работе вот с моими синтезаторами. Кстати, у меня здесь обновление, новая драм-машина, я успел урвать по старым ценам, ну, почти чуть-чуть подросшим ценам, скажем так. То есть не совсем старым, но и не тем, что у нас сегодня вот на... 13 марта сегодняшний день, конечно, цены просто, я на самом деле, у меня нету слов, потому что я так смотрю, вот все, что я даже купил там месяц-два месяца назад, уже выросло в два раза в цене, некоторые даже уже, опять же, нет уже поставок пока что, и что-то только по предзаказу, а предзаказ непонятно, когда будет выполнен, и цены, соответственно, те, кто занимается предзаказами, сбором предзаказов, естественно, ставят с запасом, то есть там не то, что по курсу доллара, а еще и чуть выше, чтобы, ну, компенсировать дальнейший рост. Хотя курс сейчас пока туда-сюда колеблется, не сказать, что он прям постоянно растет изо дня в день, но все равно, конечно, у всех настрой, что рубль подешевел в два раза, это чувствуется и по ценникам в том числе. Кстати, это касается вторичного рынка, на вторичке тоже все подорожало.
Поэтому на него надежда тоже такая слабенькая. Хотя, конечно же, это лучше, чем покупать сейчас в новых магазинах. Я искренне сожалею о том, как это происходит, потому что музыкальные магазины сейчас попадут первой под раздачу, потому что оставшегося товара не хватит надолго, да и его приходится продавать уже по новым ценам, несмотря на то, что его купили и закупали по старым. Но так или иначе, просто магазины не смогут закупать новый товар. Сейчас, в принципе, с этим проблема. А еще из-за цены, если продавать текущий товар по старым ценам, то у них просто будет кассовый разрыв, то есть тогда после этого можно будет просто закрываться. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, что будет с индустрией, насколько это долго продлится. Но я, честно, для себя все, что мне нужно было, купил. Вот это была моя последняя покупка. Я в ближайшие, не знаю, какое-то время точно не буду покупать ни плагины, не буду покупать ни синтезаторы, ни какое-то оборудование. Благо, все успел обновить за последние 1.5-2 года. Все, что я хотел. У меня, кстати, все никак руки не дойдут заснять все-таки полностью полный обзор моей студии. Но я обязательно это сделаю. И в том числе я буду все это выкладывать, еще раз повторюсь, на своем вот этом телеграм-канале. В телеграм-канале Ursul Mix я, как уже сказал, буду выкладывать какие-то заметки. Опять же, чем мне нравится формат телеграм-канала, в том, что там можно комбинировать, это такой будет контент, что-то между инстаграмом и между ютубом, то есть какие-то зарисовки, мысли, которые не тянут на полноценный ролик для ютуб, и что-то такое, что, ну, не подходит для инстаграм, потому что все-таки инстаграм это больше про фото, про видео, но тексты там читать не так удобно. А в Телеграме это гораздо удобнее, плюс там можно удобно комментировать. Поэтому всех жду. Опять же, ссылка в описании. Ну, легко найти, просто Ursul Mix в одно слово. Пишите в Телеграме через собаку и находите мой канал. И я буду там выкладывать все свои новости. То есть по работе с клиентами, по каким-то своим мыслям, по работе с плагинами, синтезаторами. То есть вот все, что я буду сейчас в ближайшее время делать, я буду туда выкладывать периодически и делиться своим опытом. То есть, еще раз, это будут именно такой мои мысли реальные. То есть, там будет не столько обучение, ну и обучение тоже, конечно, но не столько. То есть, там будет именно фокус на том, что у меня происходит. То есть, это такой мой мини-видеоблог, который будет просто разрезан на кучу-кучу разных постов с разной микротематикой. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, и также в чате, еще раз повторюсь, я на связи, тоже пишите какие-то свои пожелания, я вообще везде на связи, во всех соцсетях, ВКонтакте я есть, конечно же, ну и опять же, повторюсь, буду продолжать находиться в Инстаграме благодаря VPN и так далее, поэтому мы с вами не потеряемся. Но пока тематика новостей, вот оборудование, плагинов, наверное, будет не такой актуальной именно для нас. Во-первых, мы ничего не можем купить, еще раз повторюсь. Во-вторых, ценообразование просто катастрофическое. Вряд ли кто-то сейчас сможет его потянуть, даже покупку плагинов. Поэтому сегодня для вас я подготовил такую бонусную подборочку, правда, не так много, бесплатных плагинов, которые у нас появились за последнее время. Также приложу, естественно, все ссылки, как по классике. Но, в общем, вот такая история происходит, вы все сами знаете, постараемся с вами это все пережить. Используем, еще раз напоминаю, используем то, что у нас уже есть. Это, кстати, очень хороший повод переосмыслить то, что у нас уже имеется в арсенале. Помните, даже встроенные плагины в Logic, они довольно крутые, достаточно крутые, и синтезаторы тоже, для того, чтобы делать качественный продукт. Поэтому, возможно, конечно, эта вся ситуация позволит нам всем немножко переосмыслить и перестать гнаться за вот этим потреблением, потому что потребление не только в одежде, в еде и так далее, оно и, конечно же, коснулось всех нас, музыкантов. Мы все думаем новые программы скачать, новые... Кстати, Ableton приостановил продажу официальную своих секвенсоров в России, правда, наверное, особых находчивых людей это не остановит, вы понимаете, о чем я. Но так или иначе, то есть тенденции пока такие, и я вам рекомендую все-таки переосмыслить то, что у вас уже есть в вашем арсенале. Я буду стараться записывать для вас много бесплатного контента вот сейчас, в ближайшее время, и вот на моем телеграм-канале, и здесь на YouTube-канале Logic Pro Help. Обязательно подписывайтесь, несмотря на возможные блокировки YouTube. Об этом уже все говорят, и есть к этому все предпосылки, особенно после Инстаграма. Тем не менее, VPN... Ничего сложного в этом нет. Опять же, я не буду вам рекомендовать какой-то конкретный VPN, потому что их сейчас очень много, у всех есть свои плюс-минусы. Минус, конечно же, это, как правило, платность надежных VPN-ов, потому что есть бесплатные, да, они работают, и, в принципе, ими можно пользоваться, но там не всегда быстрый трафик, либо не всегда безопасный трафик, то есть какие-то данные могут утечь, как говорят. Поэтому, в общем, думайте сами, как вам, что вам подходит, что вы можете осилить. VPN-ов сейчас очень много, сейчас у них, естественно, расцвет, особенно на нашем рынке. Поэтому найти можно будет что угодно под любой
кошелек под любые возможности, поэтому ищите, но по сути сегодня это наше единственное спасение, чтобы обмениваться информацией и пользоваться нашими привычными сервисами. И еще пару слов по поводу VPN. Тут все встали на панику. Я, кстати, только-только вернулся с гастролей, вот прям сегодня с утра с самолета. Мы были 2 недели ездили по разным городам: Томск, Новосибирск, Омск. Ну, много где были, в общем, в Сибири, на Урале. С шоу Queen Scorpions вместе с Сергеем Артюновым. Вот вчера мы отыграли последний концерт пока что этого сезона в Тюмени. Очень классно все прошло, очень здорово. Вообще зарядились, на самом деле я прям отвлекся, потому что параллельно с вот этими всеми событиями, которые происходили последние две недели, у меня шли как раз концерты, и я то включался в новости, то отвлекался на сцене, поэтому мне, конечно, чуть проще было пережить это все. Так вот, пока я был на гастролях, в чате, в телеграм-чате и вообще, в принципе, в новостях музыкальной сферы, все начали писать, что производители плагинов стали блокировать Россию, лицензии даже тех, кто купил, не работают и так далее и тому подобное. И, честно сказать, я приехал, первое, что сделал, я поставил себе VPN, ну, не совсем VPN, это такой, так называемый, интернет-фильтр 1.1.1.1, все вы наверняка уже неоднократно видели его рекламу. Он, в принципе, работает бесплатно, есть платная версия, но и бесплатная вполне работает. Я прям сразу, прям сейчас приехал, поставил его, включил просто на системном уровне, очень удобно, он просто включается вверху, где у вас часы в Маке, и все, и я открыл Logic, запустил все вот эти проблемные плагины, про которые все писали. В первую очередь это, конечно, плагин Альянс, на который у меня подписка, Slate Digital и прочие плагины, которые у меня сделаны, зарегистрированы через iLog. Все у меня работает. То есть это работает, спасает, слава богу. Надеюсь, так и дальше будет. Единственный нюанс, у меня iLog — это флешка. То есть это мы тоже уже обсудили. Очень многие поленились в свое время покупать флешки, а я об этом говорил. Я, конечно, не подразумевал, что будут такие проблемы, как мы столкнулись сегодня. Я больше ссылался на то, что не всегда у всех будет стандартный, стабильный интернет. Не всегда у всех будет возможность выйти в интернет. Например, вы уехали за город, там, в деревню, хотите что-то позаписывать. Если вы пользуетесь iLog Cloud, то он постоянно, каждый раз, при каждом открытии плагина, подключается к серверу iLog и проверяет, что у вас реально есть эта лицензия, она еще действует. И после этого плагин открывается. То есть постоянно вот этот трафик создается в iLog Cloud. Я с момента его появления еще, когда его анонсировали, я сразу сказал, что флешка все равно лучше. Вот, я в том году буквально себе купил iLog 3. Им пользуюсь, у меня все лицензии хранятся на нем, и все работает идеально, потому что, напоминаю, iLog именно в виде флешки работает даже без интернета. То есть если вы уехали куда-то в глушь, он, собственно, для этого, кстати, и был создан в свое время, потому что когда он активно выходил на рынок, еще интернета не было такого повсеместного, мобильного точно не было. И поэтому его, собственно, и придумали как такое хранение ваших ключей. Ну, по сути, такая криптовалюта в музыкальном мире еще с нулевых годов. Вот, и, соответственно, я до сих пор им пользуюсь, работает отлично, все работает, все плагины работают, поэтому если еще есть возможность в России урвать iLog, я бы все-таки вам рекомендовал это сделать и перерегистрировать ваши лицензии с облака iLog на флешку. Ну и, конечно же, наверное, придется это делать через VPN, потому что iLog Cloud, собственно, и глючит сейчас с Россией, с российскими айпишниками, так что имейте это в виду. В принципе, это все, что я хотел вам сказать вот по таким вот нашим текущим новостям. Ну и давайте я вам расскажу пару слов о бесплатных плагинах, которые сегодня разработчики из-за бугра, из-за занавеса нашего нам предоставляют. Я уже неоднократно рассказывал про Synthronic. Это такой ромплер, сэмплер-мини-синтезатор от IK Multimedia, которые, ну, позиционируются на том, что они собрали всю классическую подборку аналоговых синтезаторов там с 70-х до современности и упаковали это все в виде в таких вот, ну скажем так, неполноценных клонов, а упрощенных версий. Естественно, имена были изменены, чтобы не покупать лицензию оригинальных производителей тех или иных синтезаторов, то есть это такие микроклоны, скажем так. И кто-то пользуется синтроником, я одно время им попробовал попользоваться, мне не очень подошел, не очень понравился. Но так или иначе, есть бесплатная версия, где есть просто в урезанном функционале довольно большое количество вот этих синтезаторов. И IK Multimedia раздает сейчас, до 17 марта, бесплатное расширение для вот этого бесплатного синтроника. Синтроника KS80, то есть синтезатор KS80 Yamaha классический,
который в их интерпретации называется V80. То есть, ну, это на самом деле очень такой классический синтезатор конца 70-х. Он есть у Arturia, кстати, прям полноценный клон. Но так или иначе, вот если вы пользуетесь бесплатной версией Синтроника, то можете себе вот по ссылке в описании вот это расширение тоже скачать. И порадовала компания Tone Boosters, которая выложила также в открытый доступ 23 своих плагина, которые также перевели в формат Legacy, то есть это означает, что они больше не поддерживаются официально, они больше не будут обновляться, они больше не будут дорабатываться. Ну, соответственно, они, скорее всего, естественно, не будут адаптированы под Apple Silicon. Кстати, я же себе прикупил MacBook, я сейчас его, наверное, даже вам покажу. В общем, эти плагины, наверное, не будут обновляться, ну не наверное, они точно не будут обновляться, но если вы пользователь Intel, вы можете их скачать абсолютно бесплатно и пользоваться. Кстати, этот набор плагинов я лет 5 назад прям активно использовал, не все плагины из него, но что-то использовал. Я использовал, например, Real Bass, это такой как бы аналог тейп сатурации с мастер-компрессором. Очень классный сатуратор, то есть он прям так немножко склеивает общее звучание, то есть я его прям вот именно использовал на мастер-шине, как такую пленку склеивающую, и там прям реально есть очень классные сатурирующие режимы, попробуйте. Там, я помню, еще было пара каких-то классных плагинов, но уже так прям не вспомню, давно ими пользовался, но вот они теперь есть абсолютно официально бесплатно, можно их скачивать, устанавливать, пользоваться, там в принципе есть много разных приборов, так что также переходите по ссылке в описании и скачивайте. Вот, я успел запрыгнуть в уходящий поезд, я его, это новый MacBook Pro 14 с процессором M1 Pro, поэтому теперь у меня есть, собственно, процессор M1, и я потихонечку буду тестировать и записывать видео о том, какие из современных плагинов, потому что я напоминаю, что у меня практически все плагины куплены, то есть я не использую пиратский софт на данный момент вообще на системе. И я буду частично ставить что-то сюда, проверять, что работает, что не работает именно на M1. То есть я не буду использовать Rosetta. Если какие-то плагины не будут работать без Rosetta, я, естественно, их буду просто, ну, либо удалять, либо ждать обновления официальной поддержки от разработчиков. Так или иначе, я буду тестировать. Я пока еще не все успел сюда поставить, потому что я вот прям перед туром буквально его приобрел, успел забрать по старой цене. В общем, очень доволен, очень классный ноутбук, компактный, пипец какой производительный, реально, то есть я попробовал что-то даже на нем помонтировать в плане видео Final Cut, он выводит просто за секунду рендер, то есть очень крутой продукт, буду, конечно, тестировать его с Logic, понимаю, что еще не все плагины поддерживаются на M1, но тенденции есть, и так как мы больше, наверное, в ближайшее время с таким курсом не сможем ничего покупать, тем более, что Apple официально ушел из России, как вы знаете. Я думаю, что года на 3, на 4, на 5 мне этого хватит. Кстати, кто смотрел презентацию Apple, которую изначально заблокировали для россиян, но потом вроде как разблокировали, вы наверняка видели Mac Studio. Очень крутой девайс на самом деле, я ждал что-то такого, чего-то подобного. И очень здорово, что такую линейку запустили, то есть, скорее всего, это будет не единичный продукт, а там, с появлением процессоров M2 и так далее будет дорабатываться. Это вся история. И это очень здорово, потому что, ну, надеюсь, эти все времена сложные пройдут. И со временем, когда уже вся индустрия окончательно музыкально перейдет на Apple-овские процессоры, на M1, ну вот, точнее, на M-процессоры, я думаю, что вот это именно линейка Mac Studio для меня лично, ну и для нас, для всех, кто работает со звуком, прям очень хороший вариант, потому что... ну, iMac'и для меня, честно говоря, вообще никогда не вызывали интерес, потому что я считаю, это такая больше, скорее, дизайнерская история, то есть для дизайнеров, для, ну, может быть, максимум видеомонтажеров и так далее. Но для музыки как-то он, мне кажется, немножко ограничен этот продукт. А вот такие истории, как Mac Pro, ну, опять же, их не обновляли давно, и вот Mac Studio, это такой гибрид между Mac Mini и Mac Pro. Кстати, посмотрим за обновление Mac Pro, я уверен, что оно будет. Туда, может быть, поставить какой-нибудь ультра-супер M1, или, может, уже M2 поставят. То есть, напомню, что это M1 Ultra, это просто два M1 Max сдвоенных друг с другом, поэтому это, по сути, M1 Max, умноженные на 2. Может быть, они сделают с 4 M1 друг с другом соединенных. То есть, будут какие-то просто колоссальные скорости, колоссальные возможности. И продукт очень интересный, я буду следить за обновлениями, и, возможно, когда-нибудь... как стационарный уже вариант, я перейду именно на Mac Studio. Но загадывать не будем, потому что мы здесь сейчас, сидя в России, конечно, другими моментами озабочены.
и ограничены, скажем так. Ну что ж, такой вот выпуск получился. Выкладываю его сегодня на YouTube. Не знаю, что будет с YouTube дальше в России. Еще раз напоминаю про VPN. Ищите все везде, где вы можете найти информацию про VPN, и выбирайте тот, который вам подходит, чтобы оставаться на связи. Также в Инстаграме, также на YouTube. И не забывайте про Telegram, чат Logic Pro Hell, где мы постоянно на связи, постоянно обмениваемся инфой, какими-то теми же плагинами, отвечаем на вопросы. Оставайтесь, конечно же, на канале Logic Pro Help, потому что здесь я буду продолжать выкладывать видео, в том числе и по Logic'у, и мы вообще, в принципе, в этом году готовим много чего интересного именно уже для наших, прям для наших подписчиков, кто постоянно к нам приходит и смотрит контент, то есть будет много нового открытого контента. Так что оставайтесь с нами на связи, не падайте духом, все будет хорошо, я уверен, мы пройдем через это. Самое главное, творите, и все эмоции пытайтесь сублимировать именно в музыку. Это спасает, это помогает. В самые сложные времена очень много было сделано классных треков, композиций. И я очень надеюсь на это, тем более сегодня нам всем нужно, скажем так, сплотиться и показать, на что мы способны именно как личности, каждый человек. То есть я тут не про что-то глобальное, даже вот каждый просто человек, то, что он может сделать. Сегодня такой, каждому дается шанс себя проявить, поэтому обязательно это делайте. Оставайтесь на связи и напоминаю про свой телеграм-канал еще раз, Ursul Mix. Подключайтесь, жду вас там, где я буду тоже какие-то мелкие интересные советики, идейки выкладывать с определенной частотой. Постараюсь каждый день, может быть, чуть реже, в общем, оставайтесь на связи. С вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!